впервые екатеринбуржцы могут увидеть то мастерство владения автомобилем, просто какая-то фантастика. Интересные машины, интересное шоу, все интересно. Это, конечно же, инициатива наших партнеров «Газпромнефти». Я считаю, что такие мероприятия проводить надо. Это популяризация технических видов спорта. Это интересно тем, кто интересуется новым топливом, новыми техническими новинками. Это интересно детям, потому что здесь есть площадки. Это интересно просто жителям, да, потому что, ну, яркое событие. Не в каждый город такое шоу может, в принципе, приехать. Это отличается от того, что мы делаем в обычной жизни, но самое главное, что это интересное шоу. Помимо того, что оно интересно зрителям, оно интересно нам, как пилотам. Для нас очень важно то, что сегодня на этом мероприятии очень много молодых людей, которым интересна техника, которым интересны автогонки. Это очень здорово. Люди встречают, когда машина проезжает, ты видишь эмоции. На самом деле, что надо сделать, это посмотри на лица, когда машина просто кинет колесами рядом. Вот это супер. Это реально впечатляет. И то, что сзади меня происходит, наверняка тоже очень круто. Если организаторы поддержат, то мы могли бы продолжать вот такие события в городе Екатеринбург. И вообще вот сегодняшнее мероприятие, сегодняшние заезды, шоу проходит в рамках 290-летия города. Праздник завершился, но праздничное мероприятие продолжается.